Всем привет! Сегодня будем распаковывать 6 посылок, которые пришли из Китая с AliExpress. Но самое интересное и прикольное в том, что я пошел на почту вот за этой посылкой. Выходит почтальон и говорит, тут вам еще посылки. И выносят мне еще 4 вот такие вот посылки. В общем-то, вот эти 4 посылки неизвестны. И вот эта посылка, она пришла мне курьером. Вообще привез ее курьер, но не чуть попозже, в самом конце. Тут интересная вещица. 0.35 микрофон. Микрофон. Здесь, по идее, должны быть экшн-камеры, знаете, не славятся своими микрофонами, поэтому я заказал вот такой переходник. Идет для подключения в экшн-камеру, и сюда уже можно подключать какой-либо микрофон. Заказал парочку. Здесь идет штекер вот такого плана. Ну и здесь под наушник. Заказал 2 штуки. Стоимость не помню, но очень дешево. Что-то там совсем дешево. Взял поэтому 2 штуки. И по времени это больше 2 месяцев, наверное, назад. Здесь какие-то часы, что ли. Так, посмотрим. Пакет пустой. А, это да-да-да. Ого. Ну это месяца 3, наверное, точно. Назад я заказал вот такие вот часы. Если вы помните, очень модные были раньше часы под названием Montana. Они были с подсветкой, с музыкой. В общем-то, ну на внешний вид, так если на руку прикинуть, такой ретро-стиль. Так, здесь на дисплее я вижу защитную пленку. Сейчас попробуем ее отклеить. Подсветка работает. О, зеленая была раньше, белая, я помню. Здесь всего 3 кнопки. На Montana были 4, по-моему, все или 3 вот так зажимаешь, музыка играла. Короче, будильник, секундомер, вставление часов, даты. Ну, самые простенькие часы. Корпус, кстати, часов идет не металлический. Здесь из металла только задняя крышка. Основной корпус идет пластиковый. Ремешок металлический. Застежка такого же плана, как и были на оригинальных Montana. Ну, нормально. За 176 рублей. Класс. Я заказывал давным-давно, также в начале лета, еще фильтр для бензина, для мотоцикла. Ну, довольно культурно все сделано, смотрите, в пакетике. И в таком необычном, а как резиновый какой-то пакет крутой. Так, самое интересное, фильтр. В общем-то, как они заявляли, он выполнен из алюминия. Да, похоже, что он алюминиевый. Здесь уже должен стоять сам фильтрующий элемент в комплекте. Да, отлично, он здесь есть. Вот такой он. Пластиковый фильтр очень легко разбить. Здесь же алюминий, его повредить вообще нереально. Дальше давайте распакуем вот эту посылку. Это вообще прям... О, точно, это оно. Это перчатки, ребята. Это обыкновенные белые перчатки, хлопковые. Кстати, эта посылка, вот этот набор перчаток, стоил 500 рублей, там больше даже 500. И мне этот китаёза отправил без трек-номера. Добиралось около 2 или 3 месяцев. Я уже, естественно, вернул деньги и забыл про эти перчатки. Вот они пришли. Сколько же, интересно, себестоимость этих перчаток у них стоит, если они так, знаете, безответственно относятся к тому, чтобы отправить заказ 500 стоимостью 500 рублей, отправить без трек-номера и потом спокойно вернуть деньги без проблем. Перчатки у нас, можно сказать, безразмерные, они очень хорошо тянутся. Блин, ну на мои сосиски, конечно, они немножко маловаты, но хотя вот натянулись. В принципе, даже на мою мужскую руку перчатка оделась, все целое, смотрите. Здесь 12 пар, вот такой лот был 12 пар. Ну, теперь давайте перейдем к тем товарам, которые я, собственно, заказывал и ожидал. Это первая карточка. Карточка microSD фирмы Samsung. В общем-то, там очень большое количество заказов у продавца и огромное количество хороших отзывов. Здесь 64 гига до 100 мегабит в секунду. Скорость должна быть класс 10.
И да, вот 4К, если будет вам видно, я взял для своей экшн-камеры, чтобы можно было снимать в 4К. 839 отзывов хороших у этого продавца. Представляете, 839 человек купили эту флешку, все остались довольны. Говорят, что все заявлено, все отлично, все работает. Ну, на внешний вид вообще идеально, смотрите, каким образом она выглядит. Made in Philippines. Понятно, что китайцы могут написать все, что угодно. Сейчас я ее вставлю в компьютер, проверим на тестере. В общем-то, на запись 59,5, ну 60 мегабит в секунду, как и заявлялось, и на чтение 78, ну грубо 80. И теперь, ребята, долгожданная моя посылка. Очень долго я хотел приобрести, и все, у меня как-то руки, ноги не доходили. В общем-то, заказал, пришла. Как я и говорил, посылку привез курьер. Стоимость этой посылки 330 рублей. Здесь находится Bluetooth аудиопередатчик за 330 рублей со встроенной батареей, microUSB для зарядки, кабель AUX. С другой стороны кнопка включения-выключения, переключатели TX-RX и в принципе все. Так выглядит нижняя часть, так выглядит верхняя часть. И для чего этот передатчик нужен? Собственно, у меня есть домашний кинотеатр. И для того, чтобы реанимировать и дать ему, как говорится, вторую жизнь, так как у него очень классное звучание, я приобрел этот Bluetooth передатчик. Подключается кабель, который идет в комплекте. Правая, левая колонка и джек 3.5. Подключаем в устройство и подключаем к какому-нибудь источнику звука. И по идее через Bluetooth там со смартфона или с ноутбука можно будет передавать на это устройство музыку, а это устройство уже будет передавать его именно в домашний кинотеатр. Можно его подключить к музыкальному центру. У меня есть, кстати, видос. Я покупал типа такого устройства, только оно идет встраиваемое. Надо было вырезать что-то там, мудрить, подключать. Здесь же нет. Вот выносное устройство, но такой же функционал. В общем-то, что в комплекте идет? Вот такой маленький USB, microUSB кабель для подключения зарядки. Есть кабель 3.5 джек. И, как я вам показывал, тюльпаны с кабелем 3.5. То есть подключаем сюда. Вот так вот. И уже к кинотеатру. Кстати, этот приемник также и работает как передатчик. Видите, есть TX и RX. В режиме RX это у нас идет прием. Если переключить на TX, это идет раздача. То есть можно передатчик подключить в телевизор и от этого устройства уже подключить, к примеру, там ваши Bluetooth наушники и слушать телевизор через наушники без проводов. Ну что же, устройство подключено вот к этому домашнему кинотеатру. Запитываться буду вот такой блок питания, 5 вольт выдает. Красный светодиод означает, что наше устройство в режиме ожидания. Есть кнопка включения, как я показывал, нажимаем на нее. Держим, вот загорается синий. В телефоне опознался как BT01, все подключено, не надо никаких паролей. Кинотеатр включен, здесь подключено, и просто любое вот свое видео я включаю, и звук должен идти у нас из кинотеатра. Сандалит. Пожалуйста, ребята. Сейчас лето, жара и без сандалий. Звук идет именно... Решил... Видео идет с телефона, звук идет именно с кинотеатра. Ну, пожалуйста, звук идет именно с кинотеатра. Громкость я сделаю здесь. Звук шикарный, ребята, сразу скажу. Звук обалденный. Качество передачи, видите, без торможений, без искажений. Ну, я пока доволен. Также это устройство, чем мне понравилось, то, что у него есть автономное питание, то есть при полном отключении питания, вот я вытаскиваю зарядку. Видите, красный индикатор пропал, но само устройство продолжает работать. Удобно тем, что можно брать в машину. Если вы в машине, к примеру, хотите пользоваться Bluetooth гарнитурой, вот можно такое устройство взять в машину, подключить его AUX-ом, если, конечно, у вас есть AUX в машине вход, AUX-ом подключить к машинной магнитоле и уже через этот Bluetooth слушать музыку с вашего смартфона через вашу магнитолу на автомобиле. В общем-то, прикольная вещица, давно ее хотел, и вот, наконец-то, она здесь. Ну, а на этом все. Увидимся в следующих видео.
Пока-пока.